Касым-Жомарт Токаев предложил подвести итоги десятилетней работы Евразийского экономического союза. Это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив союза, сказал глава государства накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. В этой связи президент предложил поручить Евразийской экономической комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. По мнению Токаева, в докладе будут представлены основные итоги достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Работы впереди очень много. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия точечных решений, ситуативных договоренностей и ручного управления. Нам необходим полноценный, системно функционирующий внутренний рынок Союза. Только в этом случае национальный бизнес и зарубежные партнеры полностью поверят в потенциал Союза.